Добрый день, уважаемые участники конференции. Приветствую открытие очередного фестиваля «Боспорские огоны». Я многократно участвовал на фестивале, выступал на вашей очень важной, актуальной конференции. И хочу еще раз поприветствовать всех организаторов, Ярослава Александровича, всех участников конференции. И сказать, что сожалею, что не смог физически присутствовать и находиться сейчас рядом с вами. Но, конечно же, мысленно и в порывах наших душевных и мысленных, конечно же, мы вместе. И я хочу сказать, что тема конференции тоже очень важна. Армения и античная культура – это очень взаимосвязанные субстанции, и Армения, как известно, и сама принимала, впитывала в себя античную культуру и имела свое влияние на развитие этой культуры. Многие современные государства, которые возникли на тех территориях, где в свое время развивалась античная культура, часто пытаются приписывать себе достижения этой культуры. Но здесь важно не в том, чтобы приписывать, а важно в том, чтобы сохранять ее и в том, чтобы передавать другим поколениям, а также понимать смысл, глубинный смысл античной культуры, который заключается в человеколюбии, заключается в стремлении к прекрасному. И мы должны понимать, что культура, она возвышает людей, возвышает народы, возвышает страны. Культура, она побеждает узкое мышление. Античная культура доказывает своим распространением в очень широком диапазоне, как географическом, так и временном. Античная культура доказывает, что культура может быть превыше узких целей, и культура может сделать мощный рывок к объединению народов, объединению наций, объединению людей с благими порывами. И именно вот античная культура доказала, что именно вот такое объединяющее начало может дать импульс к развитию стран, городов и народов. Сегодня, когда мы говорим об античной культуре, мы хорошо понимаем, что очень многие отдельные деятели или же даже правители пытались умолить или вообще затмить роль античной культуры. Но то, что сегодня мы видим, почитание этой культуры во всем мире, говорит о том, что попытки замазать какие-то важные исторические спектры, попытки отменить культуру, которую мы сегодня видим по отношению, в частности, и к русской культуре, к армянской культуре, попытки
принизить, присвоить, уничтожить или еще как-то навредить культурному наследию того или иного народа, они обречены. Сегодня, когда спустя тысячелетия мы говорим об античной культуре, очередное доказательство того, что гениальная, прогрессивная, явление, которое имеет общечеловеческое значение, явление, которое направлено на рассвет, явление, которое направлено на пробуждение добра и победу этого добра над злом, невозможно отменить, невозможно уничтожить и невозможно забыть. Я бы с удовольствием послушал бы все ваши, уверен, интересные и познавательные, и поучительные доклады и выступления. Я надеюсь, что мне предоставится запись конференции. Я обязательно изучу все материалы. А сейчас желаю вам успешного, плодотворного продолжения и завершения конференции. Всем желаю добра и здоровья.